天不语，我来去镜中自己，雾里看不清，梵音后独有名声别离，随梦深锁海底，天地间无三云开，与西行的尘埃，是谁在为我站台？愿点亮世间星海。我为你孤身而来，一步一瞬存在，一呼一吸入血脉。爱就是我自己。Больше я не буду тебя принуждать. Можешь сделать, что хочешь, пока ты счастлива. Я не заслужила награду. Я ничем тебе не помогла. Есть причина, по которой ты стал так ко мне добр. Снег здесь очень красивый. И что это за причина? Такой непредсказуемый, нельзя надолго оставаться рядом с ним. Я правда могу делать, что хочу? Да, никаких ограничений. Тогда можно я прогуляюсь по Бэйюаню, а позже попрошу наставника меня забрать? А? Ты же сказал, могу делать, что хочу. Уже передумал? Ты так не хочешь остаться здесь? Тогда скажу прямо. Я боюсь, что чуть что ты меня опять запрешь. Хотя здесь и красивый пейзаж, и ты тоже хорош собой. Но я еще не насмотрелась на этот мир. Не хочу быть запертой здесь всю жизнь, видя только тебя. Давай пока пойдем домой. А это потом обсудим. Тогда я вернусь в лагерь. Все равно моя нога уже зажила. Нет необходимости оставаться у тебя. Ладно, идем. Наконец-то готово. Я это сделал. Глава, его действие непредсказуемо. Не пробуйте на себе. Надо попробовать, чтобы понять, яд это или лекарство. Глава! Глава, получилось! Морозный узор исчез? Отец. Я наконец-то снял его. Наконец-то
Глава, что случилось? Что с вами? Глава. Не трать понапрасну силы. Морозный узор был снят. Но почему вернулся? Глава, в Бэйюане появился лис по имени Адзи. Речами и поведением очень похож на Юньхэ. Сейчас он причанный. Интересно, он как-то связан с Юньхэ? Такова воля небес. Генерал, мы поймали полумертвого лиса. Это же великий генерал Цифэн. Вот уж не ожидал, что ты так опустишься. Очень кстати, до уничтожения Бэйюаня я наточу свой клинок, забрав твою жизнь. Не убивай меня, не надо! Не убивай меня! Донеси о ней! Генерал, огненные подземные жилы очень трудно найти. Разведчики ничего не нашли. Не нашли, так что докладываешь? Мне тебя похвалить? Проваливай дальше искать. Да. У меня отвратительное настроение. Тебе не повезло. Не надо! Я тебе пригожусь, пригожусь. Ты даже Бэйюаню не нужен, а мне-то зачем? Вы ведь ищете огненные подземные жилы? Никто лучше меня не знает рельеф Бэйюаня. Я могу помочь. А ты негодяй. Даже соплеменников не жалко. Я хочу уничтожить Тритона. Хочу, чтобы Циньяо поняла, что я был прав. Отлично. Хотя здесь красивый пейзаж, и ты тоже хорош собой. Я еще не насмотрелась на этот мир, и не хочу быть запертой здесь всю жизнь, видя только твое лицо. Говорят, что ты, вернувшись с замерзшего озера, заперся здесь. Старый друг уже вернулся, так что же ты здесь топишь печаль вине? Господин, она хочет уйти отсюда. Но для тебя удержать ее совсем не сложно. Я не хочу пленить ее. Я хочу, чтобы она жила так, как она хочет. Значит, в этот раз она выбрала свободу и оставила тебя. Мы больше не укротители Тритон, что были прежде. Сейчас на моих плечах лежит не только моя любовь, ненависть и месть, но и жизни многих людей. Я не хочу связывать ее этой ответственностью, но я пока не могу принять факт того, что она уйдет. Не может быть все идеально в этом мире. Если ты не знаешь, какой сделать выбор, тебе нужно подумать. О том, что грядет война. Какое же будущее ты для нее хочешь? Война? Сюя Санье прислала письмо. Император Небес уже знал, кто стоит за великим наставником. А значит, Адзи и правда? Это Юньхэ. Сложно объяснять, не будем пока об этом. Где она? Почему взгляд Тритона стал таким грустным, когда он узнал, что я ухожу? Я тоже хороша. Решила ведь, что надо уходить. Но увидев его взгляд, мне стало так тяжело на душе. Это повелитель? Я сегодня устала. Если тебя это так расстраивает, то я могу уйти, но через несколько дней. Наставник! 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 Кто?
Кто тебе разрешал приходить в Бэйюань? Почему не послушала? Я по дороге заступилась за одного человека, а они решили, что я с ним в сговоре, и нас обоих притащили в Бэйюань. Я поступила неправильно? Нет. Ты самый добрый ребенок. Спасением займусь теперь я. Я заберу тебя отсюда. Так скоро уходим? Но мне было хорошо в Бэйюане. Может, задержимся еще на пару дней? Адзи, ты здесь совсем недавно, а уже не слушаешься наставника? Наставник, я встретила Тритона из своих снов. Что он тебе сказал? Ничего особенного. Хоть иногда он и выглядит холодным, а иногда странным, он хорошо ко мне относится. Ты что-нибудь чувствуешь? Трудно объяснить, что я чувствую. Когда я его вижу, у меня странное ощущение в сердце. Иногда сердце сильно бьется. Наставник, он правда мой враг? Чему я тебя учил? Ты говорил не оборачиваться назад. Раз ты забыла о прошлом, так и не надо вспоминать. Идем со мной. Глава, стража уже знает, что мы пришли в Бэйюань. Боюсь, Чан И нас так просто не отпустит. Я не позволю ему нас остановить. Значит, сила, стоящая за великим наставником, это древнее чудовище Джуянь? Да. Сейчас Император Небес заперт на горе Улян. Боюсь, великий наставник скоро что-то предпримет. Этой битвы не избежать. Чан И, что ты думаешь делать с Адзи? Повелитель, на границе заметили Линь Хао Цина. Этот парень тайно прибежал в Бэйюань. Он наверняка пришел за Адзи. Где он? Он вырубил стражу, забрал одного человека и направляется за горы. С каких пор под Бэйюанем происходят подземные толчки? Подземные жилы проснулись. Скоро сила горы запустит движение формирования, пока не выдавит из себя последнюю каплю лавы. Здесь скоро все будет объято подземным огнем. Тритон, посмотрим, как на этот раз ты спасешь Бэйюань. Он точно умрет. И ты тоже. Тритон и весь Бэйюань умрут вместе с тобой. Надеюсь, ты умер без сожалений. Идем. Кроме укротителей, которые нужны Шуньде, убить всех живых существ Бэйюаня, воспользовавшись извержением. Отвлекающий маневр? Чаны, мы все-таки старые знакомые. Давай не будем драться. Великий наставник скоро нападет. Адзи? Юньхэ, здесь не в безопасности. К тому же, если в Бэйюане случится беда, зная ее характер, думаешь, она останется в стороне? Вам не кажется, что земля стала горячее? И еще странный запах. Что-то случилось под землей. Чаны, это огненные подземные жилы. Когда ты ушел на морозном плато, произошло землетрясение. Это предвестник воспламенения огненных подземных жил. Огненные жилы? Но они спят уже тысячи лет. Отчего воспламенились?
Это великий наставник. Он начал действовать. А что дальше? Что будет дальше? Все идет лавина, закипят реки. А потом будет извержение вулкана. Подземный огонь все превратит в пепел. Кумин, сейчас же возвращайся вместе с Иньяо и Ло Цзиньцян. Немедленно уведите всех. Ты хочешь в одиночку подавить огонь земли? Чаны, ты обезумел? Как ты можешь справиться с силой горы? Лава выходит из-под земли. Я должен подавить земные жилы из их источника. Подавить их источник? Ты собираешься в пещеру подземных жил? Нельзя, лава воспламенилась. Под землей сейчас как в преисподней. Ты можешь превратиться в прах. У меня есть посох Восточного моря, возможно, он еще работает. Кумин, ты должен понимать, что сейчас важно. Чаны, уходи! Иди же! Нужно увести всех укротителей в городе. Может, позвать на помощь главу Иадзи? Не надо. Скажи Линь Хао Цину, чтобы увел ее отсюда как можно дальше. Скоро в Бэйюане будет великая битва. Пусть она никогда не возвращается. Адзи, пройдем этот лес, и можно считать, что выбрались из Бэйюаня. Что случилось? Наставник, я сама не знаю, что со мной. Я должна слушаться тебя. Но когда думаю о том, что уйду отсюда... Мне словно по сердцу ударяют клинком. Что произошло у меня с Тритоном и Бэйюанем? Наставник, что-то случилось? Глава, враг поджег огненные подземные жилы. Скоро начнется извержение. Извержение? Но Бэйюань как раз под горой. Цзинин, Лу Цзинянь, Фучао и все остальные. Получается, они превратятся в пепел? Глава, Чаны пошел в пещеру подавить огонь. Сказал забрать Адзи и уходить. Что Тритон задумал? Он хочет своими силами противостоять природной катастрофе. Хоть он владеет техникой управления воды, но у него есть предел. Он приготовился к смерти. Адзи, что собираешься делать? Наставник, ты собираешься бросить его? Адзи, если ты сейчас вернешься, все труды будут напрасны. Ты спрашивала меня, что связывает тебя с Тритоном. Сейчас я тебе отвечу. У вас было болезненное прошлое. Вы пережили один из худших периодов своей жизни. Ты теперь наконец стала свободной. Адзи. Пойдем со мной прочь из Бэйюаня. Ты сможешь путешествовать по миру. Тебя ничего не будет сдерживать. Наставник, ты говорил, что однажды я найду место, куда захочу пойти, и то, что захочу делать. Теперь я нашла. Я не хочу видеть, как погибнет Бэйюань, и не хочу видеть, как исчезнет в нем жизнь. И я не хочу, чтобы с Тритоном что-то случилось. Что бы ни произошло между нами раньше, сейчас это не важно.
Я хочу спасти людей. Глава Лень. Теперь понятно, почему ты тогда отступил и прятался в долине цветов. Так все это ради красавицы. Старая знакомая. Откуда он в Бэйюане? Как ты здорово все придумал. Долго же ты скрывал все от Шуньде. Наставник, кто этот человек? Притворяешься? Когда я заберу тебя в поместье великого наставника, кнут Шуньде заставит тебя все вспомнить. Схватить их! Адзи, сделай, что ты хотела. Наставник? Иди! У тебя приступ мороза, да? Не боишься лезть на рожон? Уж с тобой я справлюсь. Ты узнал, отцы, так что живыми вы отсюда не уйдете. Молодая глава, скоро начнется извержение, здесь опасно. Повелитель велел взять людей и уходить. Но там Чаны, я хочу забрать его. В пещере уже как в преисподней, войдете и можно не выбраться. Мне что, спокойно смотреть, как он умрет? Молодая глава, войдете и просто умрете вместе с ним. Вспомните про свое племя и про Бэйюань. Это же Цзи Юньхэ. Она вернулась? Ты совсем глупый, Тритон. Почему ты один здесь? Зачем вернулась? Здесь слишком опасно. Уходи. Я не уйду. Бэйюань не только твой. Здесь и мои друзья. К тому же, ты не должен умереть. Пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти весь Бэйюань, это того стоит. Уходи! Защитник долины цветов. Цзи Юньхэ. Цзи Юньхэ. Цзи Юньхэ. Цзи Юньхэ. 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 Большехвостая рыба. Ты мне нравишься. Я хочу, чтобы мой любимый, чтобы мой любимый был жив и здоров. Дух укротителя всегда будет свободным. Тебя зовут Адзи. Наставник. Ты мне так ничего не ответила, и я не простил тебя. Большехвостая рыба. Я запрещаю тебе забудь умирать. Забудь меня. Будь свободен. Уходи, Юньхэ! Уходи,
Большехвостая рыба, я пришла. Юньхэ. Немного перенапряглась. Не разговаривай. Большехвостая рыба. Не хмурься. Дай я посмотрю на тебя. Когда я была Цзи Юньхэ, я хотела все забыть. А когда стала Адзи, забыла все, но не смогла забыть тебя. Большехвостая рыба. Я не могу отпустить тебя. Юньхэ! 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 На этот раз я смогу тебя спасти! Прекратился! Он прекратился! Подземный огонь успокоился! Огонь успокоился! Мы выживем! Бэйюань спасен! Наш дом спасен! Бэйюань спасен! Мы спасены! Бэйюань спасен! Наш дом спасен! Глава. Подземный огонь потух. Тритон смог потушить огонь. Что? Глава. Вы потратили много духовной силы. Вам не подавить морозный узор. Здоровье важнее. Отведи меня посмотреть на Адзи. Чаны, повелитель! Где Чаны? Где он? Повелитель внутри. Еще не выходил. Повелитель! Повелитель, выходите, не пугайте меня! Невозможно. Чаны такой сильный. Он не мог так умереть. Я посмотрю. Лоло. Берегитесь. Чаны, повелитель! Юньхэ. Глава.
С ними все в порядке. Раньше я думал, что раз это новая жизнь, нужно обрубить концы прошлого и больше не оборачиваться назад. Но оказывается, некоторые вещи не остановить и не уничтожить. Она все равно вернулась. Что? Подземный огонь усмирили? Где Джулин? Ни одного укротителя не поймал? Мы только узнали, что подземный огонь усмирили. С генералом Джулином оборвалась связь. Боюсь. Надежды на лучшее мало. Ничтожество. Вы все ничтожество. Зачем вы вообще нужны? Джулин, пора пить лекарство. Я слышала, что Тритон усмирил подземный огонь. Я знаю. Но ты обещал мне огромную силу. А я не могу поймать ни одного укротителя. Что мне делать? Если захочешь, я помогу тебе поймать. Надень обувь, а то простудишься. Это повлияет на действие лекарств. Осталось несколько последних шагов, и твое лицо будет таким, как прежде. Таким, как прежде? Дай мне парочку засахаренных фруктов. Лекарство горькое. У тебя чистая духовная сила. Если поможешь мне, я смогу быстро увеличить свою. Наставник, мне нужно не только прошлое. Помоги мне. Ты слишком многого хочешь. Но не забывай, что у тебя не хватит на это сил. Пора пить лекарство. Даже сейчас? Ты хочешь излечить мое лицо? Я подняла на тебя руку. Хотела отнять твою духовную силу. Почему не убьешь меня? Ты прекрасно понимаешь. Все из-за этого лица. Да? Ты растил меня, обучал и позволил дойти до такого. Я предала тебя. Почему ты не убьешь меня? Ты так любишь это лицо? Тебе важно только оно, а я ничего не значу. Джулин. Я бы предпочла, чтобы ты убил меня, а не щадил ради этого лица. Почему ты не убьешь меня? Не делай глупостей. Наставник, ты не можешь дать мне то, что мне нужно. А то, что нужно тебе, ты не получишь. Не изводи себя. Убирайся. Остановись. Хотя бы ради себя самой.
Пришел меня пожалеть? Думаешь, мне нужна твоя жалость? Какое ты имеешь право отговаривать меня? Ты прекрасно знаешь обо всем, что творит наставник. Чен Юй, ты сам давно погряз в этом. А теперь совесть проснулась. Не поздно ли? Да. Мы все виноваты. Нам вовек не расплатиться. Я отвечу за содеянное. Прошу тебя лишь об одном. Не надо толкать других людей и себя на неотвратимую гибель. У Шуньде, которую я знал, было доброе сердце. Но, к сожалению, потом мы зашли слишком далеко в преступных деяниях. А теперь... Я только надеюсь, что мы сможем искупить свою вину. Вину? В чем я виновата? Я самая почитаемая бессмертная. И гроза, и дождь — это тоже дар небес. Меня все должны уважать. Все должны в ноги кланяться. Ну, держитесь. Когда я стану достаточно сильной, наставник будет подчиняться мне, что бы я ни делала. Нет, не только наставник. Все люди! Ты только потратил много духовной силы, опять используешь ее. Господин Юньхэ, выйди и жди. Я полечу ее. Еще одно слово и вырублю тебя порошком. Господин, как Юньхэ? Ее сердечный меридиан обожгло жаром подземного огня, хотя я стабилизировал ее состояние, но пока она не очнется. Если я закроюсь на медитацию и помогу ей восстановиться с помощью техники управления водой, возможно, нейтрализую жар. Чаны, ты только что использовал магию в пещере, а потом потратил много сил на ее лечение. Тебе жить надоело? В пещере я уже приготовился к смерти. Она примчалась ко мне, рискуя жизнью. Это значит... что между нами ничего не закончилось. Раз не закончилось, сдаваться нельзя. Только пока я буду на закрытой медитации, придется тебе заняться делами Бэйюаня. Иди, раз так решил. О Бэйюане я смогу позаботиться. Но запомни, если тебе что-то понадобится, говори мне. Не смей больше сражаться в одиночку. Я думал, что ты опять будешь отговаривать меня. А разве я смогу? К тому же, Бэйюань и я в долгу у Цзи Юньхэ. Повелитель, не беспокойся. Пока тебя не будет, я во всем помогу Кунмину. Вот, это восстанавливающие эликсиры. Может быть, они помогут Юньхэ? Благодарю. Молодая глава. Кажется, твое отношение к Цзи Юньхэ сильно изменилось. Раньше у меня было предубеждение на ее счет, но когда жизни повелителя угрожала опасность, она бросилась на помощь. Меня восхищает такое благородство и привязанность. Тем более, что сердце повелителя принадлежит ей. Я могу пожелать им только счастья. А я в последний момент остановилась у входа в пещеру.
не смогла войти и бороться вместе с тобой. Молодая глава, не вини себя. Ты просто поставила на первое место будущее Бэйюаня, сделала то, что должна. Иногда нужно много мужества, чтобы принять такое решение. Если бы твой отец был жив, был бы очень рад. Ты наконец-то повзрослела. Благодарю. Повелитель. Это... Вас хотят видеть. Говори нормально. Обычно рот не закрывается, а сегодня мямлишь под нос. Кто тебя до такого довел? Я... Я понял. Приведи его в главный зал. Да. Как себя чувствует Адзи? Сейчас она стала Юньхэ. Ее память вернулась. Кунмин уже стабилизировал ее состояние. А потом я вылечу ее. Не ожидал, что ты согласишься встретиться. Я думал, что за то, что я забрал Адзи, или же Юньхэ, ты возненавидишь меня. Все-таки это ты спас Юньхэ. А еще я слышал, что Джулин хотел воспользоваться неразберихой и напасть на Бэйюань. Это ты остановила его. Я не хотел тебе помогать, меня вынудили обстоятельства. Все равно это доброе дело. Мы в Бэйюане умеем быть благодарными. За помощь я тебе отплачу. Но все равно не позволишь мне забрать ее, так? Не бойся, я просто спросил. С того момента, как она вернулась вместе с тобой бороться с подземным огнем, я понял, что даже потеряв память, в душе она останется Дзи Юньхэ. Мне не удержать ее. Я получил сообщение от Сюэ Санюе. Там кое-что есть про морозный узор. Хочешь знать правду? Сущность Джуяня – древний толстый лед. Каждый морозный узор состоит из него. Пока Джуянь не умрет, морозный узор не исчезнет. Значит, морозный узор создан из сущности Джуяня. Понятно, почему лекарствами его не снять. Субтитры сделал DimaTorzok
和你所想。